Бой начинается. Так, ну я направо, может потом, если еще налево перееду, сейчас посмотрим. А, лянь, кинула взвод 3279. Они сейчас какой-то пушить будут, какое-то направление. 3279 кинула, нормально? Так, давай я, наверное, налево поеду. Они сейчас, кстати, могут пушить в гору. Это к бабке не ходи. Вообще в легкую. Как можно такие взводы кидать, лянь? 3279, и у тебя тут хер просы шо. Маусы, два тайпа пятых хэви. Это что такое? А, вон, они центр отыгрывают. 62-ка в труп. Вон, поехал бездарно, слился. Просто специально вкатил на их сторону и соснул качественно. Они тут за камнем, да, от камня играют. Давай повыше подымемся, попробуем. Сейчас одному дашь или не пробьешь, он сразу этот расскажет своим кентам, что тут стоит Хори. Вон, Мантикока, ребята, Мантикоку долбите. Лови подачу. Все, смотри. Сейчас уже сигнал пошел кентушкам своим, что тут Хори стоит. Они сейчас перестанут подставляться, проверяй. Не пробил. Бля, не пробил. Я кидал в этот, в башню, а полетел. А снаряд полетел в корпус под жестким углом. Да что ты будешь делать, а? Да, вот этих 279 надо разматывать. Они сейчас вот полкоманды высвечивают, понял? Еще и дамажат. Короче, ждем, чтобы они подставились нормально. Видишь, под углами, смотри, какой там броня сумасшедшая, сука. Бля, кидаю в башню. Я не то, что в башню, я даже в гусенички не попал. Хотя кидал в башню. Ушел, Майк Б, давай, заходи, будет время. Добрых снов. Вдруг аудитория сидящая, кто отбывал, смотрит стримы, так душевная песня. А, понял. Да, тут есть такие люди, конечно. Кстати, ля, у них этот соснул. У них соснул паренек. Что-то они перестали светиться. Они куда-то или переезжают. Сейчас могут правую сторону рашить. Молодые люди вот эти. Его не видно тут под вагонами. Не, он там за зданием, что ли. Все, видишь, не светятся эти 279. Сейчас могут рашить и гору вообще в легкую. Давите аллею. Все, пошли по горе, смотри, проходят. Надо прикрыть гору, подъезжаю. Сука, тут С4 идет. Ну ёб твою мать, ты пересрешь мне сейчас все. Он же меня высветит, понял? Меня с центра расхерачат. Твою мать. Куда ты там взялся, чудик? Он на воду упал, отлично. 279, видишь, пропали, не светятся. Они сейчас будут играть или эту сторону. Но я не думаю, что они на аллею отсюда ушли. Шанс невелик на такое. На такой момент. Пробил. Что у них раш пошел вообще. Да, 279 ушли в угол. Контрить угол. Пробил. Немножко помогаю, да, ребята, вроде? Как вы думаете? Шотного хэвика добейте, ё-моё. Песенцы. Он сейчас доберет этого, Рина. Боже ли, они не могут убить шотного этого. Смотри, там типы подставляются. Да, я был бы в шоке, если попал бы. Но это может не помочь ничем, его там сейчас сотрут. Там, короче, смотри, они в угол стали за холмом, от башки принимают. Если вот эти вот рашем не вкатят, а они не вкатят, то они сейчас по одному разберут всех. Они сейчас по одному просто всех укокошат. Фланг у нас уже потерян, сейчас ИСА 4 добивает, и все. Фланг пустой. Вот это зря Маус-то один попер, блин, они тебя сейчас расколошматят вдвоем. А, 1-2-7-9 остался, двое ушли в угол, видишь? Один, два, семь, девять остался, двое ушли в угол.
Так, мне оставаться в приемку, что ли? В приемке вот тут остаться. Да, все, минус маус, глянь. Подождал, пока одного сольют, подъехал. Давайте по одному, правильно. На 279 лезьте. Ну, там не дебилы, видно. Они вовремя, во-первых, отыгрывали центр, потом, когда слилась эта аллея, они отошли в приемку. Там очень шикарное место. Вот тут холм, и они от холма, от башен просто принимают наркоманов. У нас слив, я вам... Это 100%. Если сейчас... Ну, там никто их не убьет. И 279 труп. Вот этим, вот этой всей толпе надо было проходить. Всей вот этой толпе надо было проходить и просто убивать 279-х. Все. Чтобы отжать направление. Пробил. Я не засветил, я даже... Брат, не вылазь, просто живи, сука, подсвечивай. Просто живи. 62-ка упоролась, пробил. Борода ему. Тут 62-ку надо было, конечно, лучше гасить, чем по СУ-4-му. Есть, готов. Враг уничтожен. Первым делом надо было 62-ку гасить, приоритет по СТ-шке был. Ну, как типа светляк, поняли, да? Ортопед не пробил. Готов, еще убит. Один. Есть два фрага! Сейчас теперь вот эти начнут душить, проверяйте. Они сейчас начнут душить. Одного 279 забрали, двое остались. Они сейчас начнут душить, там принимать некому. Они сейчас тупо просто пробивать не будут. Тем более, если хэвик на... Если хэвик на ББшках. Так, из 4, видишь, ушел. Из 4 тот умнее немножко был, чем этот из. Привет, Димон. Привет, Павел Поморов. Привет, Димон, игра умирает. Умрет это, будет другая. Мы-то живы. Самое главное, чтобы мы живы были. А это все мелочи жизни. Лянь, фуловый парень. Пробил. Фуловый паренек. Ты думал, лампу поймал и по тебе не прилетит или что, дядь? Солнышко, е-мое. Ля, он опять, сори. Пошел, лянь, пошел. Не знаю, попал. Еще раз, подсвети его, солнышко. Не давай ему сюда подъехать. Вот он, дал, да, я ему дал, значит. Блин, тут дальше надо ебать. Вот это херово, что он сдох. Это очень нехорошо. Все, и вот эти сейчас проходят сюда, проверяй. Мы ничего не сделаем теперь. Да состав очень слабый кинуло. 3279-х, слышь. Кинула, ё-моё. 3279 кинула, это жестко. Блять, он мне в эту дырку может чекнуть. Блять, я не вижу, кто там стоит. 155-й? Не, ИС-4 катается, я его не вижу. Пробил. Блять, я засветился. Сейчас начнется, блять. Надо было отъехать еще 15 метров. Есть три фрага! Я свечусь, интересно, или я отсветился? Тут прям сейчас за ним фош может проходить смело. Ебать, у меня была секунда там по нему дать, прикинь? Сука, а под фоша подставляться такое себе удовольствие. Он сейчас едет нас высвечивать. Ой, блядь, был шанс там, но небольшой, но там вертуху надо было кидать. Как ортопед его не добил, я не знаю. Бля, его не видно. И понял, что я на него не могу упороться, а тут фош стоит 155-й фуловый. Если даже не подъехал уже сюда. Осталось 5 минут.
Минус ортопед. Убит. Четвертый готов. Смотрю, фаша выглядываю. А вот он, блядь, стоит впритык. Пробил. Тут вот этого бы приоритет добить, понял? Он едет, светит. Мне его не видно, да? Мне не видно его. Сука, придется фаша бить, пытаться. Пробил. Машина в поле зрения противника. Бабаха. Враг уничтожен. Пятый! Вот это каточка, блять. Вот это каточка, мать его. Пробил. Мы обнаружены. Вот это каточка, да? Вот это каточка, нахуй. Это прикинь, сколько мне надо было? Мне надо было, знаешь, сколько кинуть? 13-14 тысяч урона, поняли, чтобы победить в этой катке. Артём Кузьмин, здорово. Какая заявка на Колобка, ты что тут, блядь? 14 тысяч урона мне надо было кинуть, чтобы победить в этой катке. А, ебать, я ж одну этот, блайнд, в кого я кидал? Сука, 10-234. Того рот, ребята, того рот называется, наоборот. Ха-ха-ха. Бой на десяточку, это даже не 9, это нахуй 10+. Это редкость. Это, сука, мать его, редкость. Ля, и опыта дали, блядь. Как кот нассал, да, в лужу, блядь.